Новое злоключение хозяйки квартиры, у которой эту самую квартиру хотели отобрать, подселив туда незаконно 8 мужчин-мигрантов. Этих мигрантов по решению суда выселили, но когда хозяйка вернулась в свою квартиру, оказалось, что туда заселили следующих мигрантов. Я вхожу домой, и она здесь сидит на диване. Я говорю, вы что? Она говорит, я плохо понимаю по-русски, мы с мужем здесь живем. Девочка, моя сестра, дом. Подробности этой удивительно наглой истории отъема квартиры сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».